Три, два, дзынь! Пришел! Привет! Привет! А, меня? Привет, Лёлик! Здорово, чувак! Ничего. Суп? Ну, давай суп. Сейчас налью. Лав, чего ты там, а? Ну, дай зацените, я тебе сказал, отойди, Лёлик. Нифига себе, чувак, я тебя понял. Это типа как в кино, да? Чувак, ну ты смельчак. Все в порядке? Да-да-да, все в порядке. Ага. Держи. Спасибо. Вкусно? Конечно, блин, вкусно. Да ты посмотри, как он чавкает. Очень вкусно. Ну, замуж тогда бери. Эй, полегче. Не спугни добычу, хозяйка. Все на мази. Да, Анечка, это действительно очень вкусно. Спасибо. Понятно. Ребзя, ну вы чё? Так, Тёмыч, давай, всё. Слушаем. Ага. Так. Я тут подумал. Ой, смотри, слушай секрет. Всю жизнь любила представлять, как мне однажды парень сделает предложение. Еще даже до всех парней. Чё? В Париже где-нибудь или под водой. Не залипай. Мечтала, что это будет что-нибудь необычное. Например, небоскреб окнами высветит сердечко. Или что-то в таком духе. Да погоди. А мой сегодня проснулся, сходил в туалет, смыл так, воду. Не слушай ее. Не слушай, давай. Достал кольцо и говорит, это Настя. Ну, короче, вот. И показывает мне кольцо. Сижу, плачу. Думаю, а любит ли он меня вообще? Анон, плиз. Фу, так неромантично. Ну, давай, бедняга, ну. Бедняга, да? Чувак! Да. Ну, а ну кольцо бедняга. Быстро достал, а то сейчас закусаю. Мам, так, Лёлик, отойди отсюда. Вот я уверена, ты бы так не сделал предложение. Слушай, может, кино посмотрим? А как бы ты сделал предложение? Ну, я тебе сейчас все расскажу, и тебе неинтересно будет. Ух ты, на вас смотреть то еще кино. Ну, ладно. Кино так кино. А где мои семечки? Ай, лучше поем. Я съел их. Ты доел мои семки? О, ну, да, все, завелась. Я не съел. Слушай, а я сегодня как раз хотела их съесть. Это были мои семечки. Ну почему ты всегда берешь все свое и съедаешь, а потом берешь мое и даже не спрашиваешь? Лёлик, скотина такая, пошел вон! Опять кричат. Молчать, Лёлик, молчать. Главное, не залайте. Это люди, спокойно. Почему не могу съесть? Потому что вот внизу работает круглосуточный магазин. Я могу тебе и купить эти семечки. Лёлик, ты прекратишь или нет? Уйди отсюда! Но ты же не сходил, не купил. А у меня денег не было. У меня машина сломалась. И вообще я на такси с работы ехал. И уже день дерьмовый, еще ты здесь начинаешь. А что я начинаю? Что я начинаю? Нет, что давай уж продолжай. Что я, истеричка? Ты это я хотел не говорил, сказать, что да? Ты истеричка. А ты чуть не сказал, значит, ты подумал. Слушай, я тебе говорю, у меня был тяжелый день. Ну и нафига мне такой парень, который как только тяжелый день, он сразу же не может со мной поговорить. Он переводит тему, он оправдывается. Я не оправдываюсь и не перевожу никакие темы, понимаешь? Слушай, знаешь что? Иди проветрись. Купи мне семечек, точно такие же. Они соленые и крупные. Или Лёлика погулять, выведи наконец. Погулять? Короче, не послышал, понятно. Да? Ой, гуляш. Пошли, псина. Да-да-да-да-да. Ой, это придется пол вытирать. Утратите пик. Ух. Так. Ой. Слушай, не кипишуй, Тёмыч. Сейчас я разберусь с делами и поговорим по душам. Слушай, ну что ты лаешь? Ну спят уже все. Ой, да ладно тебе. Так. Ага, так, вот здесь. Тёмыч, а ты пакетики, конечно, не взял, да? Ну, смотри, на твоей совести. Слушай, может, рано еще жениться? Да самое время, чувак, давай! Она же каждую ночь едва не плачет, как хочет за тебя. Погоди. И я оглянулся посмотреть, не оглянулся я на что посмотреть, не оглянулся я. Добрый вечер, сударыня. Добрый вечер. Добрый. Прекрасный вечер, да? Уже уходите, да? Ой, какая сучка. А какой у нее шампунь? Ты бомба, Дуська. Слушай, может, она не хочет жениться, просто флирт такой.
Жаль, ты не говоришь, что наверняка знаешь. Чувак, она хочет за тебя замуж. Сорян, долг есть долг. Так, ножку вверх, здесь был Лёлик. Да, чувак, все это, конечно, атавизм, скажу я тебе, понимаешь? Нет? Как бы тебе объяснить, ну, вот эти вот все эти, ну, обряды эти все ваши, кольца там какие-то. Даешь кольцо и типа все, да, других для тебя нет. Фигня какая-то, понимаешь? Ну, что ты расслабился? Давай, пошли, 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 пошли. Ну, коль у вас так принято, я тебе точно говорю. Иди и делай предложение. Хозяйка готова, я отвечаю. Так что заканчивай сопли, айда тыри цветы. И делай предложение, а? Я тебе сказал, иди. Иди отсюда. Ой. Лёлик, сидеть. Вот засранец, подловил. Я помню это. Попалась мне доморощенная, пудель вроде. Я к ней пристроился, а она меня хватит за морду. Мол, полегче, бродяга, где кольцо и игрокосточный период. Ты прикинь, да? Одичала с людьми-то. Ой, что не говори, но мы собаки в отношениях дальше вашего. Лёлик? Лёлик? Так. Лёлик, я сказал, иди сюда. Лёлик, сюда иди. Сюда иди, тебе говорю. Иди сюда. Вот. Лёлик, пошли домой. Ага, сейчас. Ты что, не понимаешь? Я тебе сказал, домой, пошли быстро. Идея есть. Так. Фу. Лёлик. Я тебе сказал, пойдем домой. Слушай, чувак, вот цветы. Сорвать ты их можешь? Пакетики ты забываешь, да? Лёлик, да заткнись, ну что ты лаешь там? Ладно, ну? Ладно, молчу. Сам сообразишь. Бинго! Да, чувак, ты чертов гений. Упс. Сюда идут. Тёмыч! Тёмыч! Молодой человек! А что ты там делаешь, а? Ногти! Я сейчас милицию позову. Вали нахрен, я прикрою! Эх, как старые дворовые! Бабуля! Во-первых, полицию, а во-вторых... Тысяча котов! Какого черта? Чувак! Он же... Чувак! Ну? А съемки-то забыл купить. Ну хоть что-то вы можете без меня. Ой, слава богу, я собакой. What if the dark clouds rolling in and you would never see the light again? What if things just didn't go your way and you just said goodbye to every day? What if